свете благодарной памяти, в отблесках нашей скорби. Пусть сияют имена павших героев. 3 года, 10 месяцев и 18 дней. 26 452 000 жизней унесла Великая Отечественная война. Мы помним тех, кто сражался на фронте, в партизанских отрядах и фашистских концлагерях. Тех, кто трудился в тылу, не зная отдыха. Память наша не забудет освободителей, тех, кого нет сегодня с нами. Мы скорбим о сожженных селах, о стертых с лица земли деревнях, о сотнях разрушенных, но не покоренных городах. Солдат Великой Отечественной, твоя грудь была щитом Москвы и Сталинграда. Ты доставлял хлеб в голодающий Ленинград, в твоем танке бушевало пламя Прохоровки. Своей смертью ты спас миллионы жизней, освободил узников Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты защищал не чужие рубежи и не искал славы. Ты сражался за отчизну, за свой дом. Почтим память тех, кто отдал жизни ради великой победы. В этот день памяти и великой скорби преклоняемся перед светлыми образами тех, кого война безжалостно забрала. В день памяти и скорби зажги свою свечу. Со всеми вместе вспомни прошедшую войну. Июньский день, где бомбы прервали детский смех. Тот день, где был разорван на до и после век. На до войны и после. На жизнь и смерть в бою, где снова 28 панфиловцев в бою, где грудью на рассвете встал приграничный Брест. Тот день, где черным ветром летела смерть с небес. В день памяти и скорби свою свечу зажги во славу тех, кто подвиг бессмертный совершил. Минутою молчания погибшим долг отдай. И в этот день печальный о них не забывай. Объявляется минута молчания. Свеча памяти – это символ скорби о миллионах погибших. Это частичка пламени вечного огня у могилы неизвестного солдата, который отдал свою жизнь, чтобы подарить жизнь нам. Прошу зажечь свечи и возложить их у памятника. Пожалуйста, можно...